придумали это. Рассутовые телефоны? Да. Да. Так, ну что, у нас утро началось. Смотри, мультики. Вообще оно началось в 6 часов. Так, что мы делаем? Завтракаем, чаек. Дети уже все попили, кроме Антохи. Антоха только проснулся, пошел сейчас в туалет и придет, будет завтракать. Бутербродики с колбаской, с сыром в микроволновке разогревала и чай. Ну, у меня то же самое, только кофе. Все, мы приехали в кореновку. Плохо закрыл дверь сына. Все, пошли. Да, все. Все, мы идем. Тут памятник Покрышкину, даже в школе. Даже делают. А вон Кирилл. Или какая тут клумба, да? Нет, это такой не прям шикарный. Да? Ага. Но все равно такой двор большой, да? Столовая, вот отдельное здание. А? Пошли справа где-то вход вот сюда. Вот какое татами тут новое. А то это же. Ну татами же, видишь же, положили. Какая гора. Да. Круто, еще и скворечнички висят. И она кто, какой папа, какой скворечник сделал. Что будет это? Твои, Григорий? Скажи, щитки у нас посменились вообще. Тебе помочь? Давай шлем. Ну, пока Гриша стадионом, да? Полина, это в голову. Тебе понравилось? Понравилось? Ну давай, переодевай. Вся вот тренировка закончилась. Сколько она? 2 часа, короче. Было 10 часов сейчас. Все, сейчас потихоньку домой поедем. По навигатору. Едем. Кирилл Александрович нам прислал в WhatsApp местоположение школы номер 1 в Кореновке. И вот сейчас мы обратно поедем от нее. На Горлачивку. Скворечник, знаю, как мишка, да? Ага.
Сюда не то, что птички, детки могут, да, залазить? Посмотри, да. Это охотники за яйцами, да? Да. Специально так повесили. Вот тут храм рядом. А? Тут вот храм рядом. Прям со школы. Очень красивый, да? Вообще. Да, там вот такой сад, да? Угу, и сад очень красивый, да, в саду. Такой ухоженный, зеленый весь. Да, там и елки, и роз сколько. И дрова. Так, все, мы включили навигатор. Он у меня тут разговаривает со мной, куда мне ехать. Все, скучно, Григорий, едем. Да, мама? Скучно. Скучно без него, да? Скучно одной. А я с навигатором. Это мы домой через Плотнировку поехали. Посмотреть, что такое Плотнировская станица. Нет. Да, едем, а там вон впереди красивый-красивый храм. Дерево не закрывай, пейзаж. Купола нам все закрыли, да? Вообще, как там, блин, красиво очень. Там наверху, наверное, уже и воздуха нет. Почему? Ну, я так... Есть, я думаю. Там наверху уже и воздуха нет. Ой, как красиво, боже. Мы уже это сейчас мимо него-то будем проезжать, да? Плотнировка закончилась. Ну что, ты идешь? Пошли. Открывай. Как Гриша, Гриша, давай, она тут полная, все. Ну что, я тебя все хорошо. Раз, два, три. У нас холодно. Антон Сергеевич. А Фоня у дяди Сережи на работе. Да, на трассе. Я на тракторе же, баба. Да. Смотрите. Смотрите. Так, все, будем теперь обедать. Мама нам, вернее, тетя Вера нам борща налила. Зеленого, так что сейчас и мы будем обедать. Антох, ты, может, будешь борщик? Нет? Так, у нас 3 часа. Мы проснулись. Тут то в Инстаграме у меня, то прямые эфиры тут пересматриваю. В общем, что сейчас делаю? Пью кофе, надо готовить ужин. Хочу попробовать сделать куриные отбивные, ну, отбить куриное филе. И сверху картошку, сыр и помидорку. Ну, посолить, поперчить, естественно. В общем, сейчас пью кофе с молоком. И буду приниматься за гору грязной посуды, а потом за ужин. Так, вот у меня тут мясо. Это два куриных филе, которые я вот так вот вдоль по длине разрезала. Вот такими вот лепесточками. Отбила их. С одной стороны прям большой вот этой отбивалкой. И сейчас буду все это солить, перчить. Вот на тарелку складывать слоями. С двух сторон посолю, поперчу. И все это будет здесь стоять. И я буду подготавливать картофель. Картошку. Так, что я сделала? Почистила 5 больших достаточно картофелин. И вот это на Найсере Хердайсере. Я не знаю, мне уже Найсер Хердайсер это должен за рекламу заплатить. Но люблю я его очень. В общем, поставила сюда вот такую вот насадку-терочку и делаю тоненькие такие вот кружочки из картошки. Очень аккуратно, без всяких вот этих насадок. Для меня она неудобная. Просто аккуратненько. Сейчас будет неудобно, да? То есть вот так вот. Каждую вот так провожу, каждый раз двигаю. Ну, в общем, надо держать, да? И все, и вся картошечка аккуратно уже в конце, чтобы пальцы не попали в картошку, в общем. И все, и потом буду с майонезиком делать картошку, с сыром все сразу. Так, вот моя тоненькая-тоненькая картошечка. Здесь соль, перец, чеснок сушеный положила, потому что лежит без дела, надо же его использовать. Сыр еще потерла и майонезиком. Сейчас все это перемешаю, буду в противень все складывать на вот эту вот красоту, на мясную. Сверху еще отдельно сделаю майонез просто с сыром и с чесноком. И потом еще... помидорчик, а потом уже сверху сыр с чесноком. В общем, сейчас все покажу. За помидорами надо еще сходить на огород, кстати.
Я разложила помидорки, которые пошла собрала, вот эти домашние, вот этим нож пила. Очень хорошо резать помидоры. Сок, ну, естественно, вытекает, но они не расплющиваются, не расквашиваются. Вот, сейчас включаю духовку, не знаю, не на очень большую температуру, и сверху буду на помидорчике вот этот вот соус, здесь просто майонез и сыр. Если вы любите просто сыром сверху, я просто не люблю эту дубовую корку, поэтому мажу вот таким вот соусом. Вот такая вот вкуснота получилась, блин, сейчас. Да-да, помидоры. Сейчас налью тебе молоко. Все, ставим в духовку. Что надо сделать? Подвинуть тебя? А почему у тебя рот грязный? Объясни мне, пожалуйста. Надо помыть его, я тебе налью молоко, хорошо? Договоримся, так? Афанасий Сергеевич. Да. Помойте рот. Кто там? Бабушка. Бабушка. Быстро мыть рот. Давай, бабушка помоет ручки, и ты рот. Так, прошло полчаса, но картошка еще сыровата, поэтому я сейчас хочу еще сверху фольгой накрыть. И немножко еще минут на 20 под фольгой, а потом открыть, чтобы немножко была корочка. Даша с Сашей, иди. Встречай. Ну что, Рекса покупали, Гриш? Один раз папа его скинул. Скинул? Видела проект? Нет. Нет, ну Рекса не дурак. Да? Купайтесь сами в вонючей воде. А что, она там сильно вонючая? Да уже запах, вот даже с речки уже запах. Ну я сейчас не слышу. Нет, сейчас ветерок раздувает, нет. А бывает, когда тишина, Верус. Речка. Уже Илья Вер воду написал, все. Он же вам должен, собака, говорить. Купайтесь сами, да? Идет? Рексик? Ты мокрый? Или ты уже высох? Жарко тебе? Я его скинул. Освежился? А что, Гриша говорит, он сильно не хотел? Не хотел, да? Ко мне. Бегом, 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 бегом. Молодец. Иди. Иди. А мы поймали там рака. Рака? Да. А как вы его поймали? Она уже лежит там. А, что там поймался, да? Ну, один был, а не он. Дурачок какой-то, рачок. А Фофонька, ты где был? А Даша сама или Саша? Нет, Саша. Саша. А? Саша. Кого папа поймал? Собаку. Кого? Собаку. Собаку. Собаку? А, купал собаку, папа. А? Купал собаку, папа? Человек. Ку-ку, Сашунечка. Убрать, а то он еще, видите, поест. Папа. Дай, давай. Ты будешь играть, сынок? Ты хочешь пока-то? Нет, у Саши тут, видишь, вот это еще внизу для ножек. И тебе будет неудобно так кататься. Ты на своем катайся. Это Сашенькин, да. А ты на своем, хорошо? Котик, аккуратненько, хорошо? Гриша, тут какие-то проекты. Да я не буду его снимать. Ты потом покажешь? Угу. Давай, делай. Кто? Кто тут уже сидит? Мама, я буду. Ну иди, только со всеми делись, понял? Сашуня, Сашунь, иди до Дашеньки. Так, будем кушать наши отбивнушки. Даже не знаю, отбивнушки или это что. Ты будешь кушать? Такое вот у нас чудо получилось. Скоро танцы на ТНТ. Но я не знаю, на какие выходные. Или 19-го, да? Ты не видел? Не помнишь? Ну, скоро, в общем. Салатик у нас и вот эта штука. И Дмитрий Нагиев еще. За высоким забором он, кажется, прячется от всего мира. Здесь его и... А? Это наша Таня. Наша Таня? А ты знаешь этот стишок? Да. И как он звучит? Наша Таня. Амела маски. Вилку. Кика Таня. Ой, какашки. Аня.
there? Да. How about... Заезжай в ту калитку. Давай заезжай. Сюда ты не заедешь. Давай в ту калитку. Вечерком собирала помидорки, полтачечки насобирала, не знаю, здесь, наверное, ведра 3, может быть, 4, даже, может быть, 3, да. И сейчас захожу уже в комнату, то, что темнеет, накрываю их, завтра разложу по ящичкам, и они будут доспевать, потому что помидоры ужасно пекутся. Вот это вот белое место, прям на буром помидоре, это значит, что он уже запекся. С одной стороны, вот вообще тут, видите, аж ожог прямо. Вот, поэтому собираем бурыми, потом они дней, может быть, даже аж 5. В общем, как будет время, тогда будем делать из них томатный сок. Так, ну что, у нас опять вечерний просмотр троллей по заказу Афанасия. Афонька вот чуть-чуть что-то приболел, да, сына? И подкашливает, и сопли у него, так что и капаем, и пьем сироп все вместе. Подстригаться? Да. Будем. Только не сегодня. Только не сегодня. Не сегодня. А тебе что, надо сегодня? Да. Давай завтра. Пока. Завтра тебе не надо в садик. Так, можно мне в компьютер пойти? А? Да! Я выключу, ну а что вы? Можно они пусть идут поиграть чуть-чуть в игрушки. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.